Необыкновенный утренник «Полиглот» срежиссировал от начала до конца. Не являясь школой актерского мастерства, учебный центр подготовил самое настоящее театрализованное шоу. И все на английском языке. Правильные интонации, произношение и, как показал опрос, родители поняли своих детей без переводчика. My people are frightened, and they are quite right. The dragon comes out of its cave every night. It's eating our sheep. В «Полиглоте» подобные постановки – неотъемлемая часть учебного процесса. Такой подход мотивирует ребят к изучению иностранного языка, отмечают преподаватели. А еще такой отчетный урок в форме праздника раскрепощает, избавляет детей от комплексов. Поэтому у воспитанников «Полиглота» нет речевых барьеров в общении с носителями языка. Мы проводим это не за партами, чтобы ребенок не волновался. И в этом наша главная задача – раскрыть ребенка. А ведь главное самое, что детям это понравилось. Я просто вот счастлива от того, что у меня хорошая растет смена. И они мое будущее. Так что учебный центр «Полиглот» будет процветать и в будущем. От души всех приглашаю. Вам здесь будет интересно. В роли главного зимнего волшебника на празднике выступил воспитанник «Полиглота» Павел Сахань. К слову, сын Нины Шигониной с 3 лет изучал английский и сегодня является ведущим преподавателем хостинского филиала «Полиглот». Здесь приветствуют преемственность поколений. Сегодня воспитанниками учебного центра являются и внуки Нины Викторовны, которые вместе со всеми рассказали Деду Морозу традиционные стихи, только, разумеется, на английском языке. And on the very tip-tip top, an angel you can see. What is a secret? Can't you tell? Why? It is a Christmas tree. Активное участие в празднике приняли и родители. К слову, мамам и папам здесь дают возможность подключаться к учебному процессу. «Полиглот», подчеркивает его основатель и директор, одна большая семья. Сегодня офисы «Полиглота» расположены в каждом районе курорта. Планирует Нина Шигонина и открытие новых офисов. Всех моих дорогих, любимых студентов, родителей, я от всей души поздравляю с Новым годом и наступающим Рождеством. Happy New Year and Merry Christmas! Welcome to our educational center Polyglot. Галина Моисеева, НГГ Беша, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.